Всем привет! Хочу рассказать о наших успехах, которые происходили в течение последних 2 месяцев. Ребенок стал более любознательный, более живой, проявляет интерес абсолютно ко всем игрушкам, может играть на музыкальных инструментах, на разных, потом научился кататься на самокате, на толокаре, вот на машинке, которая ножками отталкивается. Он вообще к ней не подходил, кричал, не хотел садиться. Теперь он с удовольствием на ней катается. Причем понимает, если ему теперь назад, я ему говорю, катись назад, теперь вперед, он понимает, когда назад, когда вперед. Потом играет в мяч, например, с кем-то в паре он может играть в мячик, кидать друг другу. Машинка. И вот недавно начал играть, катать машинку самостоятельно. Сам пошел, взял машинку, начал играть. Теперь это у него любимая игрушка, разные машинки. Потом он лучше понимать стал слова. Ну, некоторые слова хорошо понимает. Дай, на, принеси, унеси, выкинь в мусор, вытри тряпкой, он хорошо понимает. Потом пойдем купаться, пойдем на горшок, пойдем пописем, пойдем покакаем, он хорошо понимает. Пойдем кушать, пойдем спать. Пойдем спать, он сам бежит в комнату, залазит в свой манеж, в свою кроватку и ложится. Ему говоришь, ложись на подушечку, он ложит прям голову на подушку. Потом он научился, он сейчас очень любит рисовать. И причем он сначала рисовал просто чирк, черточки чиркал, а потом разукрашивать начал, видеть предмет, который нарисован на картинке, на листе, и старается раскрашивать именно вот не выходя за границы этого предмета. Ну, конечно, сейчас он вылазит еще за границы, но очень хорошо разукрашивает, с удовольствием ему очень нравится. И наблюдает, ему нравится наблюдать, как я рисую. Тоже внимательно смотрит. Потом он внимательно смотрит, когда мы пишем что-то. Он прямо близко-близко старается придвинуться к листу бумаги и разглядывает, как мы каждую буковку, допустим, там. Ну, видно, что очень внимательно наблюдает. Потом внимательнее стал разглядывать картинки, рисунки и надписи на картинках. Например, есть карточки с животными. Он теперь разглядывает не только животных.